Уже 23 года в муниципалитете проходит фестиваль эстрадной песни «Эдельвейс». За долгие годы его участниками и победителями стало не одно поколение жителей округа, и традиции продолжаются. В этом году во второй тур конкурса вышли 69 вокалистов в 7 категориях. Так что перед жюри стояла нелегкая задача. Ребята растут год от года. Я уже третий год, можно сказать, являюсь председателем этого фестиваля. Вот. И в целом, конечно, виден прогресс. Некоторые ребята участвуют не первый раз. Естественно, мы их уже узнаем. Видим те изменения, которые произошли за год. Вот. И когда видишь, что ребята растут, это, конечно, очень приятно. Одаренные участники представили десятки ярких номеров. Василий Иваник выступил на «Эдельвейсе» с композицией «Я слышу джаз». Вокалист он уже опытный, за плечами 5 лет в студии «Звуковая волна». И сегодня награда не заставила себя ждать. Юный исполнитель держит в руках кубок Гран-при. Я сначала думал, что про меня забыли, честно скажу. А потом, когда я узнал, я был очень рад. Ну, то есть, прям был переполнен разными эмоциями. Музыка для меня это все, это очень главное в моей жизни, потому что я этим живу. Мечта стать большими артистами есть у многих участников фестиваля. Кристина Пупышева поет с детства. Сейчас девушка учится в Московском государственном институте культуры по специальности сольное народное пение. Но про «Эдельвейс» не забывает. Талантливая видновчанка участвует в конкурсе уже много лет. Я сама уже начинаю видеть, что расту. С каждым годом все лучше и лучше, увереннее. Вот. И мастер-классы одного из жюри тоже очень помогают. Приходишь, тебе уточняют, какие ошибки, где как лучше сделать. Вот. Помогает расти, да. За 3-4-минутным исполнением стоит большой труд. Правильный подбор репертуара, недели, если не месяцы репетиций, умение совладать с собой на сцене. Все должно совпасть, считает участница конкурса Алина Камышова. И своим выступлением девушка сегодня вполне довольна. Мы понесли романс, и в целом я довольно-таки прожила эту роль достаточно чувственно, на всех эмоциях. И, по крайней мере, эмоционально я точно вышлась по полной программе. Ну, а вокально, конечно, есть к чему еще стремиться. Завершился фестиваль аплодисментами и вручением кубков и наград. В этом году в категории ансамбли было вручено сразу 2 гран-при. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ.